Давно это было. А помнится, как сейчас. Тогда на пленуме Союза композиторов Татарстана прозвучала его первая фортепианная соната. Новый жанр? Да, это был новый жанр в татарской музыке. В прессе и на устах имя молодого автора – Ринат Еникеев. Ринат Еникеев. Дети природы. Все мы разные, обличьем и сутью. А вот творческая непохожесть раздражает почему-то собратьев по ремеслу. С первых студенческих сочинений Еникеев под огнем критики. Где это слыхано? Мальчишка. Ну, природа, кто это любит, знает, что там любой листочек деревьев взять и там два поставить рядом, вы не найдете одинаково. Так что это очень сложный вид искусства, особенно музыка. Там много градаций изучить, а это все специалисты, в отличие от живописи и поэзии. Все говорят, там очень много неуловимых моментов. Юность. Зрелость. Вот и голова побелела. А послушание так и не стало его сильной чертой. Шамиль Манасыпов, народный артист Татарстана, среди немногих, кто постиг Еникеева, художника и человека. Он в своей музыке выразил то, что накипело у него на душе. Уже подойдя к своему 70-летию, он прожил такую сложную и такую напряженную жизнь, полную взрывов, борьбы, необычных перипетий. Он в полной мере испытал то, что Бетховен сказал, что говорит, человек и большой композитор, он один на один с судьбой. Из глубин памяти рисунок. Мам, кто это? Это близнецы, неслухи. Вот за это их и превратили в птиц. Мам, как это? Она запела, а он заплакал. Он понял музыку раньше слов. Музыка в их доме часто звучала. Потом умер отец. Потом война. А у матери на руках трое. Голодный, промерзший дом, где еще недавно было так тепло. Все мы родом из детства, а художник особенно. В детском саду, бывало, на музыкальных занятиях все дружно стучат деревянными ложками. Все, но не он. Орал, пока не получил заветный треугольник. Солист. И в школе он лидер. Это же видно. Гармонист будет. Нет, сказал матери. Веди к роялю. Нотную грамоту осилил ко второму уроку. А всю школьную премудрость за 4 года. Там же сочинил свою первую мелодию.
это то, что никаких композиций, ни виноград, ни лев. Вот четыре миниатюры, и вот сейчас в репертуаре. Новый день. Новое дело начинается с молитвы. Бах, Бог. Вихрастый упрямец. Звали в консерваторию, не шел. Выбрал теоретико-композиторское отделение музыкального училища. Оказалось, композитор столько знать должен, а сколько уметь, дня не хватало. Едва не сбежал. Но Юрий Васильевич Виноградов, великий педагог, сказал: «Это я буду решать, бросать тебе или нет». В училище Ренат сочиняет инструментальные пьесы, хоры, балетную музыку. На песенников глядит свысока. Насчет вот мастерства мне больше всех нравится и понравилось высказывание Дмитрия Дмитриевича. Он говорил, что такое мастерство. Профессионально, проще, каждый, который кончает диплом, имеет, они все профессионалы. Но для него вот профессионал, мастер, он говорит, когда замысел автора, композитора становится достоянием слушателя, то есть что хотел автор здесь, трагедию или там комедию, именно вот воспринимать трагедию, комедию. А то у нас так один композитор играет, он там... Все уже звучит. Хаос, какофония, он качается уже из Израиля. Я говорю, что это было, что ты изображаешь? Он говорит, это море. А обижать нельзя друзей, но море же это ясно в этом. Это, во-первых, не бемоль мажор. Вот теперь в консерваторию. Сразу по двум специальностям – фортепиано и композиция. Наставник Альберт Семенович Лемон предоставил самостоятельность Ренату. Идей у юноши полна голова. За ночь создал. Мне сроки я не определяю, а к утру. Нас даже говорила, обращу я. Ты ночью писал? Нет, я говорю, полгода мы занимаемся, класс работает. Она говорит, он же видит. Первая же крупная студенческая работа – инструментальное трио. По глубине и стилю мышления – форме и языку считается явлением революционным, вехой в татарской музыке. Это теперь. А тогда, в 1958-м... Тогда 20-летнего автора обвинили в формализме. С трибуны съезда композиторов республики сказали: «Таким не место в консерватории». К счастью, не отчислили. Дипломной работой стал его концерт для фортепиано с оркестром.
и опять разнос. Лишь поддержка Дмитрия Шостаковича, тогда он возглавлял Союз композиторов страны, спасло Еникеева от худшего. Но он был вынужден покинуть аспирантуру, лишился работы в музыкальном училище. Безденежье. Безденежье Рената не страшило, но ведь семья. Прямо скажем, тогда, как и сегодня, всерьез его волнует одна и только одна музыка. Зеркало его души. Дойдет до кульминации. Это тема, которая... Тромбоны. Труба. И светло, и вроде больно, да? И это у меня когда-нибудь появится в разработке, действительно, но уже не в этом виде, а ее именно метр, когда пассажи и вместе с оркестром солист, оборвать это на новую волну, вывести, как раз этот материал мне и поможет, в смысле, говорю, уже без интонации, получаем... тема. Люди уже памятят эту тему. Поэтому вдруг она настолько искажена, нет, что случилось. Вот я и говорю, что-то страшное происходит с героем. Провалится или отказывается, нет, это уж кто как воспринимает, любви или все. В трудный час выручила филармония. Позвали концертмейстером в разъездную бригаду. Концертные группы с Ильгамом Шакировым и другими певцами в те годы с триумфом объехали весь Советский Союз. Еникеев аккомпанировал, обрабатывал народную песню, одевал ее в новое концертное платье. Итог многолетних занятий фольклором – альбом фортепианных пьес на народные темы. Казахские, киргизские, узбекские, ногайские, башкирские, татарские, тюркские напевы. Разия Абубакирова, педагог. В четырех тетрадях этого альбома в общей сложности 100 пьес. Охват энциклопедического масштаба. В альбоме представлены самые разнообразные жанры фольклора. Лирические, эпические, танцевальные, маршевые, монаджаты, книжные пения. Самой разнообразной тематикой. Редкий жанр – музыкальная сатира, басня, прочтение Фуата Мансурова. Я исполнял практически все, что он написал, и у нас с ним очень такой замечательный творческий контакт. И даже вот такая вот вроде непритязательная такая пьеса в басне, которую мы тоже исполняли вот совсем недавно, она несет печать все-таки большого мастера.
И мы всегда с удовольствием, даже на бис в концертах, играем его пьесы. Председатель Союза композиторов России Владислав Казенин. Я всегда с удовольствием слушал премьеры его произведения здесь, в Казани, в Москве. Он стал очень известный композитор в стране. Я никогда не забуду его очень яркие произведения в жанре хоровой музыки. Но чтобы зазвучала музыка, сумей вырваться из круга повседневности, суетни житейской. Из хаоса и тьмы свет и смысл, форма, гармония, вдохновение. В дружбе с великим современником, в талантливой строке, героической судьбе, в звездной личности истории. И культуры. Но он одинок, как всякий художник. Близкие его с ним не вместе, а рядом. Их удел любить его, чтобы он писал свою музыку, раз уж ему даровано. Такие вот дела. В фильме снимался заслуженный деятель искусств России и Татарстана, народный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая Ринат Еникеев, композитор.